Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандитки, здорово, бандиты! Мы продолжаем зеленый ад, друзья. 61 день выживания, мы продолжаем выживать уже в видеороликах, не на стримчике. Именно в видеороликах, и сегодня продолжаем строить дом. У меня сидит один паразит, нужно, по идее, его вывести. Пойдем, сбегаем вон в ту сторону, пойдем только сбегаем. Тушканчики бегают, мяса много, всегда много мяса. Нужно возвращаться домой, у меня там горит костер, нужно его поддерживать обязательно всегда. А я ищу еще один грибочек, чтобы вывести этих паразитов. Я нашел те самые грибочки, их много здесь. Так, забираем с собой, пригодится. Ох, банан есть, обалдеть. Это тоже дело заберем, ой, не берется. А сразу скушаем, руки чистые, пока можно просто сразу съесть. Все, паразитов больше нету, все офигенно, я бегу домой. Я бегу домой, прям бегом бегу домой. Но можно взять тушканчика. Если, конечно, я его увижу, я, конечно, сделаю ему хедшот. У меня есть, по идее, одна стрела. Можно сделать один. О, подходит, смотри, подходит тушканчик. Смотри, выползай. Выползай, иди сюда. Вон сидит. Вон там сидит, я вижу тебя. Я не вижу его глазки. Мне нужно видеть, по идее, его ротик. Что попасть ему в рот? Он меня заметил. Вот засранец. Ладно, побежали. Побежали мы отсюда, побежали строить базу. Будем сегодня продолжать строить наш дом. Смотри, какой реально большой дом. Офигеть. Жалко, у нас получается один этаж всего лишь навсего. Но этого тоже сойдет. Дом реально большой получается. Что у меня по костру? Нужно, конечно, поддерживать всегда. Ящерица бегает, все замечательно. Здесь у нас потух уже. Ну ладно, черт с ним, мясо приготовилось. Копченое мясо есть. Копченое, все это копченое дело, конечно, свежее, я это дело заберу и отправлю в свой сундучок. Здесь тоже все готово, ой, какой тяжелый уже. Здесь готовится еще мяско. Так, ну что у нас? Мяса здесь реально стало много, гораздо больше мяса, один день. Это дело съем, руки чистые, можно скушать. Так, мяско бросаем вот сюда. Наверное, сделаем одну кучку, чтобы было понятно. А, не получается одно. Так, у нас есть крабик. Один день. Можно, по идее, его съесть. Я даже не знаю. Нужно, по идее, его приготовить. Он же сырой. Как я буду есть? Попьем воды. Так, тут поддержим костер обязательно. Пару уголечков. Так, крабик. Я хочу приготовить крабик. Как его, интересно, приготовить? У меня есть, по идее, вода. Мы наливаем воду сюда. Мы кидаем крабика вот сюда. Вода, походу, у нас грязная. А, грязная. Хорошо. Давай прокипятим воду. Что у меня по энергии? О, так у меня все готово. Я не хочу, по идее, есть там. Давай чуть позже приготовим. Пускай пока водичка стоит. Я пока побегу делать крышу. Делать как раз из глины кирпичики. Вот наши кирпичики. Крокодила я сегодня еще не увидел. Крокодила сегодня еще не было. Туземцев сегодня тоже не было.
Но они появятся, никуда не денутся. Появятся, обязательно. У нас 61-й день выживания. Прошел я 109 километров и 2 минуты я блевал. Да, было и такое. Было времяца. Было пробовал. На вкус, на зуб пробовал. Дом реально обалденный получается. Ну, мне кажется, маленько темный будет. Нужно было сделать больше окошек. Хотя там, знаешь, некуда окошки было впендюривать. Так, все, руки грязные. Нужно не забывать, что у нас руки грязные и не нужно кушать. Это реально очень важно. А дождя пока нету. Сколько всего забито у меня? Опять у нас все полно забито. Но все нужно, понимаешь? Абсолютно все нужно. Так, наливаем воду. Кирпичики готовы. Солнышко садится. Мы продолжаем работать. Смотри, у меня сколько энергии. Я словно только проснулся, у меня энергии уйма. Сейчас достроим дом, наверное, сразу три. Да, наверное, сразу достроим три. А квадратом три крыши я дострою сейчас. С нуля, как говорится. Вот это сейчас не считается. Я готов достроить реально сейчас. Три крыши. Все готово. Обалденно. Можно сохраняться. Но я не сохраняюсь, друзья, чтобы вам показать, что все, я поиграю по-честному. То есть я не перезаписываю ничего. Я буду играть по 2 часа, по 3 часа, по 5 часов. И ты понимаешь, 5 часов пройдет, и я погибну. Конечно, я не буду переигрывать. Эти 5 часов, это будет жестко. Я просто буду спокоен. Я просто буду внимателен. Очень внимателен. Где тут ползают крокодилы? Где бегают туземцы? Я буду смотреть все в оба. В оба глаза. Буду смотреть в оба. Так, три крыши я готов сделать. Ну, в принципе, без разницы, какую крышу делать. Вот у нас еще стенка не готова, кстати. Ну, давай-ка сделаем ставки. Я готов сделать, да. Три крыши, как я обещал. 5 часов, у меня уйма времени. У меня буквально 8 часов, чтобы сделать три крыши. Это нужно, о, закончить. Это была стеночка еще не законченная, по идее. Так, все закончилось. Как-то очень быстро кончаются кирпичики, конечно же. Я еще даже не сделал половину. А у меня уже закончились кирпичики. Так, весь в грязи. А зала у меня есть? Зала у меня, кстати, нету. Крокодила я не вижу. Но сейчас темнеет. Вообще опасно, конечно, бегать здесь. Но делать нечего. Приходится все-таки рисковать. Не просто сидим, понимаешь? Не просто сидим и не курим бамбук. Мы бегаем, мы выживаем. Мы пытаемся найти аборигенов и опасных хищников, которые готовы меня сожрать. А я готов их сожрать. Сначала их убить, а потом их сожрать. Так, это дело заберем. Так, 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 готово. Свежая партия кирпичиков. Можно сделать, по идее, две емкости, чтобы когда пошел дождь, гораздо быстрее. Но у меня осталось достроить, в принципе, немного. То есть, еще одну ставить, занимать место, я думаю, не стоит это дело. Если сейчас делаю я три крыши, то мне останется буквально там, наверное, крыши еще 6. Да, останется 6. И буквально за 3 дня я это сделаю, без проблем. Сейчас это готово будет. Будет дождик, конечно, надо будет выкидывать кирпичики. И чтобы заливала водичка. Сразу готовилась. Следующую партию кирпичиков. Чтобы было все офигенно. Так, здесь точно будет готово сейчас. Друг мой, как тебе домик получается? Напиши комментарий. Так, дождик, дождик. Как раз у нас дождик идет. Мы выкидываем все кирпичики у входа. И делаем замес новый. Новый замес. Срочно, срочно. Забирай-ка сразу залу. Когда гремит, нужно сразу делать быстренько кирпичики. Все, дождь пошел. Успел, как раз. Все, пускай работает пока. Дождик работает на меня. Пускай работает. Поактивнее. А здесь готово. Под каждой крышей можно сохраняться. Обалденно, понимаешь? Очень много сохранялки. Так, пойдем в эту сторону. Так, я, наверное, проголодался. Но нужно, по идее, мыть руки. То есть, даже пить нельзя, нужно мыть руки. Тут костер у нас горит. Там костер у нас потух. Там у нас мясо готовится вялено. Так, бежим делать, бежим делать. Возможно, еще вторую партию сможем сделать. Давай-ка замесик делаем. Потом помоемся в душе. И, конечно, будем ужинать. А после ужина я продолжу. Когда поднимется полностью луна, я продолжу строить. О, пошло дело. Там реально осталось, наверное, 5 квадратиков.
так мешается, кирпич куда-то валяется. Так, давай посчитаем. Раз, два, три, четыре. Тут четыре, тут пять. И шестой, и седьмой. Да, семь кирпичиков осталось. Обалдеть. Реально я его дострою. 65-й день я дострою. А, еще погоди, нужно достроить вот эту избушку. Надо еще длинные палки, 5 штук. Ну, по идее, они у меня есть. И таскать здесь кирпичики довольно проблема. А вот сейчас уже стемнело, я ни черта не вижу. Я сейчас пошел в душик и пошел, наверное, уже ужинать. Потому что я ничего не вижу. И побегу сейчас, помою ручки, прям в душике. Включаем водичку, моемся. Тщательно всем промежности помоем. И пойдем готовить крабика. Так, готово. Выключайся. Побежали, побежали. Пока поднимается луна, я буду готовить себе ужин и травить тебе байки. Так, я хочу пару крабиков. Давай-ка закинем. Один крабик, второй крабик. И что интересно с него будет? Ну, хотя бы, знаешь, было бы 70 протеина. Было бы офигенно. Были бы жиры, что я сомневаюсь. Было бы тоже офигенно. А, пока я ни разу не ел. У нас 61-й день выживания. Я ни разу не ел крабики. Сейчас попробуем на вкус. Что это такое? А, выпить. 5 протеина? Обалдеть. Там ни черта нет в него. 5 протеина. Я размечтался. 30 протеинов или сколько? 50. Там ни черта нет. Там 5 протеинов и все, что ли. Обалдеть. Да это не то, не то. Какие крабики? Черт у этих крабиков. Пойдем работать. Хотя нужно, знаешь, покушать. Мясо не хочу. Я хочу жиры. Я хочу шишки. У меня было, кстати, много-много шишек. Они, кажется, испортились у меня. А неизвестный гриб испорчен. Так, его уничтожить. Шишки мы скушаем. Сразу же, знаешь, сразу две штуки скушаю. Это я тоже съем, чтобы поднять себе энергию, чтобы работать дальше. Все, готов. Готов бежать и работать дальше. Смотрим, конечно, в сторону крокодила. Как раз поднялась луна, видишь, о чем я и говорю. Как раз поднялась. И побежали дальше строиться. Получается, у нас уже второй квадратик, я заканчиваю. Я тебе говорю, 3 квадрата. Сейчас закончим 3 квадрата без проблем. То есть можно будет 4 закончить. А вот на следующий день я готов рискнуть. Я готов рискнуть закончить его полностью. Буквально весь день буду строить. Нажрусь с утра пораньше на полный желудок и дострою дом. Вот прям сразу же. В этом же ролике на следующий день я закончу этот дом. Полностью крыша будет готова и дом будет полностью готов. Ты понимаешь? Реально будет офигеть. Можно будет полностью посмотреть. Но правда, есть маленький срач. Много костей валяется. Меньше слов, больше дел, как говорится. Потому что еще работа есть. Работы еще достаточно. Работы еще уйма. Еще центральная площадь у нас не готова. То есть центр. Домик еще не готов. Там много нужно кирпичиков еще. Так, взять глину. Так. У нас нет дождя. Нет, даже не собирается дождик. Будет у нас 73 день или 72 день выживания. И я готов достроить его полностью. Да, будет походу 62 день выживания. Да, дострою его полностью. Я готов бросить этот вызов. Достроить его уже. Чтоб смотрелся обалденно, он офигенно. Вот здесь бы сейчас достроить бы 3 эти квадратика. И там останется, наверное, 3. Да, останется 3 на следующий день без проблем. Если уж вечером сделал я 3. То есть я уже сделал 3. Сейчас будет 3, кстати. То есть за день я спокойно сделаю 3 штуки. И все. Могу дома бегать с факелом. Прикольно, понимаешь? Поджечь факел, могу бегать по дому, как угорелый. Снимать там трусы, снимать штаны и бегать по дому с факелом. То есть уже крыша будет, и факел не потушится. Это балдина. Что, что я мечтал? Побегать по дому, по своему, с крышей, и всем офигенно. Печка пыхтит, и костер горит. А костер горит, а начинается дождь, кстати. Начинается дождик весь в грязи. Весь грязный, нужно быстренько выкидывать кирпичики. И свежая партия кирпичиков. Сейчас у нас будет еще одна. Это будет офигенно, поможет дождик мне гораздо быстрее. Так будет. Так, закидывай, закидывай. У меня, правда, нет завы с собой. Давай, 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 быстрее, быстрее. Все, дело готово, пускай работает. Так, осталось мне 3, 2 кирпичика здесь. Так, здесь у нас крыша уже готова.
Последний кирпич и три штуки я закончу. Ну, знаешь, довольно долго было все дело. Ну что, у нас остается уйма времени. После строительства дома есть уйма времени путешествовать. Ты понимаешь, мы будем путешествовать. Это реально будет офигенно, мне кажется. Ты готов увидеть путешествие со мной? С моими криками, с моими эмоциями. Ты готов? Прям сейчас ставь, значит, колокольчик, подписончик. Ставь лайкосик, пиши комментик, если ты готов. Да, я готов увидеть путешествие с тобой, спикер. Мы пойдем путешествовать. Надирать задницу аборигенов. Кстати, аборигенов бывает еще много. Они, бывает, сидят где-то рандомно и поют песни. Это прям как в лагере было. Их там по 5 штук. Но 5 штук абориген сражаться по-честному, без каких-то, знаете, укрытия, без моста, когда я убивал, через мост их перестреливал. Это будет нереально убить. Ну, я, в принципе, уже, знаешь, вояка такой опытный. Я готов рискнуть и пойти в сражение с 5 аборигенами сразу же. Я сражался, наверное, с 3. С 2 точно сражался. Был 1 лучник и 2 копейщика было. Я раскидывал, в принципе. Я готов бросить вызов 5. Но там будет, наверное, 2 лучника и там будет 3 копейщика. Это будет, конечно, проблема. То есть мне нужно много дыхалки, чтобы натягивать тетиву, чтобы отбрасываться в сторону. Так, здесь практически готово. Заболтался и практически все сделал. Смотри, как просвечивается луна. Очень красиво смотрится. Мне нравится. Мне реально это дело нравится. Офигенно смотрится. Так, выкидываем кирпич. Сейчас мы накидаем залу. Возможно, пойдет дождик и поможет мне. Так, сколько времени? Хочу бананы, кстати. Хочу бананчики. Сколько времени? О, да время-то еще детское. До 2 ночи без проблем можно работать. До 3 даже поработаю. А кто знает, возможно, я закончу и уже прямо сейчас. Именно этой ночью. Или ранним утром я закончу этот дом. Я закончим, пускай пока так стоит. А заберем бананы, которые, возможно, подвезли. Да, здорово. Бананчики подвезли, как всегда. Пиявочки появились тоже, как всегда. Уберем пиявок отсюда. В доме не хватает освещения. Конечно, можно сделать костров целую кучу, но это не то будет смотреться. Так, давай-ка пиявку мы уберем. Одну или две или три, я не знаю, сколько там пиявок. И где они засели, вот они засели. 2 штучки. Так, мы руки грязные, кушать мы не будем. Мы побежим сейчас. Так, гремит гром, нет? Нет, вроде не гремит. Так, я закончил уже центральную площадь. Да, здесь закончил. Здесь тоже практически закончил. Мне осталось вон тот квадратик еще закончить. И на утро у меня остается 3 квадрата. 3 крыши. И все. И дом готов. Ты понимаешь? Обалдеть. Я готов. Я готов достроить его уже на следующий день. Да, ставки делаются уже не на 65-й день, а на 62-й день я закончу свой дом. Так, готово. А готово. Мяса много. Есть мы не будем, я хочу проверить мясо. 2 дня у нас. На 2 дня и 20 часов. 1 день мяса. 64 протеина. Обалдеть. Мясо реально офигенное. Мясо тапира. Это у меня мясо тапира тоже неизвестно, кстати. Я еще не кушал это мясо. Сушеное. Сушеное мясо. Это у нас копченое мясо. Мяса реально много. Это мне нравится. Это нравится, реально. Знаешь, коптильная, а реально офигенная штука. Так, дождя у нас нету, к сожалению. Давай-ка так накидаем воды быстренько. Накидаем быстренько водички. Кирпичики готовы. Сейчас закидаем, наверное, еще разок сделаем. Накидаем, наверное, вот сюда. У входа. Ну так удобно будет сразу, знаешь, не выходя от кассы, не выходя из дома, сразу кирпичики взять и принести. Мне нужно, по идее, 7 кирпичей и 1 крыша готова. О, о, то, что я жду как раз. Я жду дождик. Да-да-да, дождик, дождик, погоди. Погоди, дождик, погоди, потерпи чуть-чуть, мне нужно взять залу. Зала кончается очень быстро. Но я думаю, ее хватит мне. Да погоди, погоди, еще рано дождь идет. Я еще не готов. Взять глину. О, теперь готов. Побежали другого входа. У нас 2 входа. Домик, мне кажется, гениально получился. Ты как думаешь? Мне вот нравится домик. Мне реально обалденно нравится домик. Эта крыша нравится. Здесь у нас много воды всегда. Обалдеть. Воды чертовски много. Все, вот здесь закончились.
И можно, по идее, пойти поспать. Мне останется буквально 3. Хотя, знаешь, пока у нас есть энергия, я поработаю. Кто знает, возможно, я закончу полностью все. И уже утром посплю уже. И проснусь уже, как говорится, в готовом доме. Я уже усну, наверное, в готовом доме. Я не знаю, я успею, не успею сделать. Хоть не энергия. Хотя, знаешь, можно будет покушать. Покушать, поднять себе энергию и продолжить. Правда, у меня будет подниматься бессонница. Не знаю, чем это чревато. Но, понимаешь, нужны жертвы. Всегда и во всем нужны какие-то жертвы. Я готов жертвовать собой. Здравомыслием жертвовать, чтобы достроить этот домик. При сжатых сроках. Так, последний кирпичик. Еще один замесик. Так, давай-ка отсюда нахватаем сейчас. Там трогать пока не будем. Отсюда уберем. Накидаем новый замес. Заберем еще одну зову. Зову мне кончается очень быстро. Все закончилось, кстати. Закончилось, но есть, кажется, внутри еще. Да, там есть 3 штучки. Там одна штучка осталась всего лишь. Слушай, у меня кажется, не кончается. Вот, зава есть. Так, тут есть зава, тут зава есть. Так, 2. У меня 3 есть. 3 и все, что ли? Как-то мало вас-то, мне кажется. Ладно, побежали, побежали. Пока есть не хочет, пока ничего не хочет, пока бегать он может. Пока хватает силы, энергии. А костер горит. Костер нормально горит. Можно подкинуть пару уголечков. Подкинуть, пускай пока он так горит. В доме уже темно. Смотри, в доме реально уже темно. Все офигенно. Все, настоящий дом с крышей. Без дверей. С окошками. Настоящий дом в джунглях Амазонии. Так, готово. Ты посмотри, какая красота. Реально, красота какая. Маленький беспорядок, правда, какие-то бамбуковые палки валяются. Но это, понимаешь, все строительство. Все это дело в строительстве идет. И все дело разбросано. Сколько, интересно, у нас времени сейчас? Интересно, чем занимаются аборигены в джунглях? Я вот не знаю, мне не интересно. Я вот строю дом. Я здесь выживаю 62-й день выживания. Я уже построил себе дом. Аборигены здесь живут намного дольше. Есть у них домик, либо нету, я не знаю. Ну, были у них какие-то лачушки, где я прогнал их и их убил. И все, их больше там нету. Они больше не респанулись. В принципе, знаешь, и правильно. Убил целое племя, больше не появляется, это правильно. Осталось парочку где-то бегают по джунглям, парочку аборигешек. Но они мне не страшны. Так, это дело я, наверное, не закончу. Мне не хватит, наверное. О, здесь уже 3 кирпичика. Мне осталось 2 стенки. Вот это да. Но, возможно, я все-таки не успею достроить. Проблема все-таки есть еще. Понимаешь, энергия нужна. Нужно спать, чтобы была энергия. Либо есть мясо. Там есть энергия. Нужно больше мяса съесть будет. Можно помыться? Покушать 3-4 куска мяса и продолжить строительство. Активное строительство продолжить обязательно. Прямо сейчас. Да, я готов уже бросить вызов. Мне осталось сделать 3 замеса. И, в принципе, все. Так, так и готово. Так, у меня, конечно, зовы очень мало. Вот реально, зовы мне не хватает. 1 кусок, 2 кусок. Сделаю всего лишь 2 замеса и все. Мне не хватит, наверное, буквально, знаешь, 3 зовы мне не хватит, наверное. Да хотя, погоди, у нас осталось всего лишь 2. У меня 2. Мне не хватит, наверное, 1 зовы мне не хватит. Возможно, есть в доме валяется. Потом побегаю по дому, поищу зову там. Так, дождя у нас нету. Придется уже на своих двоих наливать воду. А сколько времени, я не знаю. Я потерялся во времени. Я занимаюсь строительством очень активно. Я хочу достроить домик. Давай-ка замес. Мы сейчас пойдем покушаем. Нужно помыться и покушать мясо. Да, уже походу рассвет, уже походу 4 утра. Смотри, 4 утра. Я тебе о чем говорю. Видишь, как у меня интуиция работает. Я уже выживаю 62 день выживания. Я знаю, сколько времени бывает здесь. При каком освещении. Так, моемся. Идем как кушать сейчас. Озеро очень тихое. Так, 2, 1. А практически помылся. Все, выключаю водичку. Пойдем-ка есть. Много хочу накушаться. Я хочу напиться воды. Хочу съесть мясо. Много мяса хочу съесть. Это я скушал. Сразу 64 протеина. Тут, конечно, все поднято. Но я хочу поднять, понимаешь, поднять энергию. 3 дня. 3 дня. Ой, свежее мясо. Реально. О, 2 дня. 2 дня. Съесть. Съесть. Подняли. Ой, энергия. Мне мало поднимается, кстати.
Давай попьем воды. Возможно, поднимется еще энергия. Нет, не поднимается больше энергия. Бананчики есть. Бананы скушаем. Скушаем бананчики. Подняли чуть-чуть. Пошел дождь. Это хорошо. У нас рассвет. Доброе утро. 60-й день выживания. Ну, в принципе, наверное, я все-таки успею достроить. Мне хватит энергии. Ах, черту, дай-ка мясо съем. Будем жреть. Сейчас будем жреть. Мясо 2 дня. А съесть мясо. Я, слушай, не поднимается энергия. А где? Погоди, мясо-то первое. Вот оно, вкусное мясо. О, вот оно мясо. Вот оно мясо то самое. Все пошло дело. Плюс 10 энергии. Все. Доброе утро. Я заканчиваю дом прямо сейчас. Понимаешь? Я не иду спать. Я строю от и до. Выкидываем, наверное, все сюда. Сейчас у нас будет новый замесик. Мне осталось буквально 2 залы, которых я видел. Нужно потом искать будут залы, либо делать еще залы. Мне не хватает 3 залы, но мы сделаем. Главное достроить дом, а уже на следующий день буду строить эту печку. Я хочу уже ночевать, знаешь, в домике. В готовом домике. Можно, по идее, поспать на обеде и все. Но спать надо обязательно. Так, все готово. Работает. Так, побежали домой. Берем кирпичик, побежали домой делать крышу. Мне осталось 2. А 2 квадратика достроить и крыша. И дом наш готов полностью. Все стены, все крыши готовы. Все буквально готово на 62-й день выживания. Как тебе домик, мой друг? Напиши в комментарии. Прямо сейчас. Я жду. Я жду. Прямо вот встал и жду, пока ты напишешь комментарий. Нужно сделать больше стрел, конечно, и пойти попутешествовать. Я хочу найти путешествие. Я хочу найти много абориген и показать им мастер-класс по воеванию. По выживанию в джунглях Амазонии. Так, мяса съел много. Но потом побегаю. Мясо добыть вообще не проблема, знаешь. Один выстрел в глаз и все, и готов. 4 куска мяса готово. На 2 суток тебя без проблем хватит. По 2 куска мяса без проблем. Но я ем мясо, чтобы поднимать нашу энергию. Это реально полезно. Чтоб не спать в кроватке, а работать. Новый замес. Мне нужно будет еще 1 замес и все, крыша готова. Да, 1 замес и дом готов. А, зва у меня есть? Должна быть. Должна. О, есть, есть. Да, последний замес у меня есть. Залы мне хватает без проблем. Крокодильчик, ты где? Где мой хороший? 62-й день выживания. Крокодила я и не вижу. Но я его найду сразу. Я найду этого гаденыша, понимаешь? У нас конкуренция с ним. Кто кого сожрет? Либо я его, либо он меня. Он еще тот, жук. Сейчас поднимется солнышко. Видно будет водичку хорошо. Я посмотрю крокодильчика. Я его все-таки выманю сегодня на островок. И впендюрю ему стрелу. Меж глаз. Так, давай-ка выкинем. Сделаем последний замес. Возможно, пойдет дождик и поможет мне. И все, я буду сегодня спать уже на 6-й день выживания. В готовом домике своем. Вот и дом, можете посмотреть, друзья, как строю дом на стримчике. А пресс-лист будет в описании, можете спуститься вниз, включить пресс-лист и посмотреть от и до выживания. Зеленый ад, какая попытка, я не помню. Но главное, знаешь, мой друг, главное, мы прожили эти дни. Мы изучали эту игру, мы изучали каждую тонкость в этой игре. Мы смотрели, как живут аборигены, насколько они агрессивны. Когда они голодные. Насколько они агрессивны, когда они сытые. Они всегда агрессивны. Они всегда бегают до конца. Ну, знаешь, у нас был ролик, прошлый ролик, Зеленый ад, где я охотился на пуму, которая, по идее, дала дёру от меня. То есть она испугалась. Я впендюрил 2 стрелы, я один удар сделал копьем, и она стала убегать от меня. Понимаешь, она все-таки была в панике. Я дал ей бой. Она испугалась. Пока я болтаю, я уже практически все закончил. Смотри. Все готово. Так, кстати, у нас шишки есть. Шишки есть. Шишки всегда пригодятся. Тут есть еще грибочек. Это мой завтрак будет. И обед будет. Мой обед будет. Так, что у нас тут еще есть? Полезного есть? Пауки есть. Мышки. Ой, паук есть. Смотри, паучок есть. Вот паука мы сразу убьем.
Огонь, паука. Так, я пришел, по идее, за шишками. Шишек я не вижу. Крокодила я тоже не вижу. О, там пчелы есть, кстати. Это здорово. Озеро реально обалденное. Озеро очень опасно. Крокодил везде выползает. Там какой-то водопад. Красотень. Обалдеть. Слушай, на стримчике вот такой красоты нету, понимаешь? Проседает FPS очень сильно. Такой красоты не бывает. О, шишки есть. Так, ну что, можно бегать по крыше. Практически все готово. Ну давай заканчивать полностью наш домик. Мне осталось буквально 4 кирпичика, и наш дом готов. А сделать еще одну печку, и все. И реально все готово. Так, крокодил, крокодил, ты где? Где ты, зараза, бегаешь-то? Не вижу нигде его. Туземцы тоже не приходят. Так, мне осталось накидать воды, и все. Дом наш готов. Погоди, я не вижу, где набирать водичку мне. Так, готово. Энергии мало. Придется поспать уже 12 часов дня. Набраться маленькой энергии уже. Проснуться в 5 вечера, покушать хорошенько и снова лечь спать. Надо будет заправить, кстати. Заправить надо будет печечку, чтобы сделать еще залом. Так, кстати, у меня там идет дождик. Мне надо будет делать кирпичики. Хотя я не успею, наверное, выкинуть кирпичи и закидать еще. И нужно найти еще мне один кусок золы, который, по идее, у меня уже нету. Да. Тут у меня тоже пусто. А вот есть зола, кстати. Да, у меня есть. О, тут есть зола, оказывается. О, там тоже есть. Там есть еще зола. Нормально, два куска есть еще. Так, можно сбегать, наверное, с той стороны гораздо быстрее. Так будет. Не осталось. Буквально чуть-чуть. 4 кирпичика и готов. Ну, ставься. Ставься где-то здесь. Не вижу. Он не ставит почему-то. Прыжки. О, прыжки всегда ставятся. Без проблем. Так, ну все, это мое дело. Выкидываем на крышу 2 штучки и все. Дом готов. 62-й день выживания, я построил дом. Я построил дом в одиночку, без студента. В одного. Но не просто строил все эти дни. Я выживал эти дни и строил дом. Были опасности. Было много у нас пиявок. Было много всякой дичи. Но мы продолжаем выживать. Дом готов полностью. Заходи, живи. Что хочешь, то и твори. Везде можно сохраниться. Под каждой крышей можно сохраниться. Прикольно. Так, что у меня по еде? Что у меня по всему этому? А мне надо закидать сюда пару уголечков. Погоди, не то. Поддерживаем костер. Что у меня по воде? Хочу приготовить супчик себе наконец-то. Давай приготовим. С грибочком. И все, что ли? Еды вообще минимум. Еды у нас мало. Только одно мясо. Одна вода и все. Пойдем заберем бананчики. Есть, конечно, они респанулись. Да, респанулись. Появились бананчики. Мы это дело заберем себе. Сейчас мы никуда не пойдем. Сейчас пойдем мы спать. Потому что у меня очень мало энергии. Мне нужно выспаться. Очень хорошенько выспаться. Декор. Сколько перьев. Декор надо будет сделать обязательно. Понимаешь, декорчик, он нужен здесь. Потому что у меня есть много кокосиков. Я хочу сделать тут декорчик. Вот, к примеру, вот так декор, видишь? Красота же будет. Ну, не, погоди, не так. В угол надо кидать. Вот так в угол кинь. И куда ты бросил? Ты куда бросил кокос? Он мне, по идее, вообще не нужен. Ты не сюда бросил, по идее. Вот здесь бросил. О! Вот здесь они, по идее, не мешаются. И декор мне нравится. Друг мой, тоже напиши, как я декорчик. А срач у нас, конечно, полнейший. Я пошел мыть руки, ноги. А я пошел, наверное, чуть-чуть покушаю бананов. И пойду-ка спать. Давай-ка водичку мне. Давай-ка помоемся хорошенько. Сколько у нас времени? Ну да, практически обед. 2 часа и скоро будет обед. Пойдем-ка покушаем сейчас. Наберем водички во фляжку. Сделаем грибочек. Я кушаю парочку бананчиков. Они все свежие, все очень вкусные. Наберем водички. И пойдем-ка спать. Ты понимаешь, я сделал дом, я работал всю ночь. Да, было офигенно. Так, грибочек готовится? Я не пойму. Погоди, в чем проблема? Воду сюда, вода кипятится.
Все готово. Грибочек готовится. А есть два бананчика, у нас есть целый день, двое суток, нормально. Выпиваем грибочек, идем-ка спать. О, да. Углеводы в воды подняли, я все поднял полностью практически, но хочу еще маленько пить. Давай-ка попьем водички. Дом мы закончили, друг мой. Пойдем-ка спать. И пойдем-ка путешествовать сейчас. Да-да, сейчас пойдем путешествовать. Маленько поспим, буквально, не знаю, сколько спать, правда. Потому что идти ночью путешествовать в джунгли, это будет очень опасно. А, просыпайся, с добрым утром. Темно. С доброй ночи тебе. Так, есть хочет, реально хочет. И жиры, много всего хочет. Надо посидеть, наверное, маленько покушать. А, можно сделать... О, шишки можно съесть эти. Даже нужно съесть, они уже скоро испортятся. Двое суток осталось. Еще одну шишечку. А, наверное, еще бананчики хочет. Да, хочет еще пить и мясо хочет. И, в принципе, все. И готов путешествовать. Темно. Понимаешь, темно дома. А, пару уголечков кинем. Можно поджечь факел и бегать по дому. Как я тебе и говорил. Поджигаем просто факел и бегаем по дому с факелом. Все видно потрясающе. Он все освещает. Можно поджигать костер, который здесь, а потом, если что, разжигать. О, зала есть, кстати. Это дело заберем. А, не забирается. Ну ладно, черт там. Мне нужно скушать мяско. Мясо. Какое мясо скушать? Давай рыбье мясо, потому что рыбка у нас не дает энергии. Очень мало энергии, а здесь у нас энергии 10. Обалдеть, 75 протеина. А рыбку мы скушаем один день. Один день, мясо портится. Два дня, мясо уже кончается. О, один день, мясо реально кончается. Мясо портится, что у меня? А, хочу еще пить, и я пошел путешествовать. Понимаешь, я пошел ночью путешествовать по джунглям. Ну что, мой друг, все, я готов. Я построил дом, я иду путешествовать. Ну, побежали. Побежали ночью на туземцев, на туземцев. В принципе, знаешь, светит луна, видно, в принципе, нормально. Что такое? Факел, что ли, горит? А, факел слабый. О, туземцы! Ой, туземцы! Ой, туземцы! Реально туземцы! Хедшот, держи! О, погоди, погоди, погоди! Туземец! На тебе! Ну, засранец, давай! Давай один на один! Ну, бей меня! На тебе в ответку! Ой, кто меня бьет, не пойму! Держи, держи блок! На тебе, туземец! О, нифига, вмазал мне! Обалдеть! Вот это мне вмазал! Дыхалку, дыхалку! Погоди! Копье бросаем в него! На тебе копье, засранец! Где второй? Второй убегает, что ли? Копье вытаскивай скорее! Засранец такой, у меня броника нету! Этот лучник! Это лучник, нужно его гасить! Прямо сейчас нужно гасить! Иди сюда, засранец! На тебе! Он живой остался! Он остался живой! Ой. Он сдох. Он сдох. А, у меня, походу, ранение. Ух, обалдеть. Где он? Копьем. Срочно нужно вытащить копьем. Мне нужно, по идее, таскать два копья. Понимаешь, нужно бросать копья гораздо больше. А, побежали обратно к себе в лагерь. Пошел искать приключения. Что? Что такое? Погоди. Кто-то еще? Кто-то еще против меня, что ли? Ух. А, был один лучник, один копеечек. Ну, по идее, я бросил копье или стрельнул в него, и он появился еще двое. Я убью, по идее, двоих. О, мясо. Мясо. А что у меня по оружию? По оружию что у нас? Нужно бежать. Ой, нужно бежать срочно. Срочно нужно бежать смотреться. У меня, возможно, есть какое-то ранение. Но жизнь не падает, значит, все нормально. Пока терпимо. Но броник мой сломан, это 100%. Нужно находить броник, нужно его вытаскивать и делать новый броник. Так, что у меня по бронику? Который у нас броник сломался. А, у меня пиявка появилась. Ты издеваешься, что ли? Я думаю, у тебя реально какое-то ранение. А у тебя пиявки появились. Ты надо мной издеваешься, наверное. Так, где еще пиявки? Не вижу пиявку еще. Наверное, на другом. Ой, ранение! Точно, слушай, у нас, по идее, ранение, но вниз не отпускается жизни. Я не знаю, с чем это связано, но это нормально, понимаешь? Это реально офигенно. Так, лист. Вон, на правой руке у меня ранение. Вижу.
То есть броник сломан на правой руке. Так, сколько процентов? 33%. О, сломанный, выкинуть его к черту сразу же. Так, у нас 33, это довольно мало уже. Нужно делать новый. 44, в принципе, нормально. 66 тоже нормально. Этот броник тоже выкидывай в воду. Пускай в воде ковыряется. А, пойдем делать новый броник из костей лист банана. Кстати, лист банана тут респанулись. Их тут раньше не было. Слушай, реально они респанулись, прикольно. Так, окейшки, делаем броник себе. Что у меня по топорику? Топорик у нас есть. Это дело мы здесь срубим. А есть много листьев бананов, можно делать броник. Нужно много верёвок, кстати. А нужны косточки, много костей надо. О, придумал, погоди, придумал. Берем лист банана. Вон там у меня много костей, добери листья банана. Так, два штуки взял. Вот здесь много костей. Бросай сюда. А верёвок у нас сколько штучек? По веревкам. Веревки, в принципе, есть. Изготовить. А, лист банана, иди сюда. А много веревок. И кости, кости. Как раз наведем мурафет. Погоди, что-то не то кинул, кажется. Так, веревку сюда. А, еще косточку. О! Без веревки, что ли? А, одна веревка есть. Так, все готово. Один броник есть. Так, сразу его одеваем. А одевать нужно на руки, по идее. Нужно это все дело выкинуть. Это тоже выкинуть. Все вмещается? Да, без проблем. Одеваем сразу. Ну что, я пошел искать приключения. 81%. Я нашел эти приключения, понимаешь? Я не просто сижу дома, курю бамбук. Я пошел искать приключения, и я нашел. А мне нужно брать, наверное, два копья. Что могу не брать? О, факел выкидывать, к черту его. И брать два копья. Иди сюда копье. Один и два у нас, у меня будет копье. И третий у меня будет лук. И на всякий случай, конечно, топорик, если что там где-то поутаться. Так, крокодила я не вижу, туземцев тоже не вижу. Туземцы были копейщики, лучник был. Так, второй готов будет сейчас. Три косточки, одна веревка. Или больше костей, погоди. Нет. Одна веревка. Две веревки. А, две веревки. И броник готов. Вмещается, а без проблем. Одеваем, и сколько у нас процентов будет уже? Наверное, 85% уже будет. 84, практически соточку. Мы доберемся, наверное. У нас 63-й день выживания. Практически 63-й день выживания. Я все еще живой. Я пошел забирать косточки туземцев. Понимаешь, ну забрать кости, нужно забрать, по идее, мясо. У них, а у меня много угля. У меня очень много угля, и это нужно, конечно, убрать. Убрать, это убрать тоже. Это мешает здесь. Это место занимает. Очень много места занимает. Много перьев. Да чем мне так много? 16 перьев. Обалдеть. Ты погоди, погоди. Нужно все дело выкинуть. Так, костер горит. Туземцы там меня ждут. Пускай пока подождут. Сейчас мы дело все это повыкидываем. Перья все повыкидываем. Правда, можно сделать стрелы и взять с собой стрелы. Ну-ка, давай, изготовим. В принципе, знаешь, пока ночью можно сделать стрелы. У меня палочек много. 8 штук палок я могу сделать. 8 стрел могу сделать. Без проблем. Так, изготовить. Зачем их перекидывать, если можно сделать стрелы? Так, еще могу сделать 6 стрел. Без проблем. И заодно освободится место. Вот мышка здесь вообще не нужна. Пока трогать ее не буду. Но это было всего лишь 2 туземца. Без проблем. Минус броник, конечно, печально. Но новый броник у нас есть. Сразу нужно делать броник. Заранее нужно смотреть броник. Но у меня, по идее, сколько в пиндюре. Там было, конечно, сражение с копейщиком. А у меня хорошенько побил. Но я держал блок. Я даже не знаю, сколько... Один удар копейщика, сколько выносит у меня броника. Все дело нужно тестить, смотреть. Так, близ огня. Здравомыслие плюс 2, это здорово, конечно, потому что это уют. Это уют в доме. А потом сделаем, конечно, стрелы с наконечником из железа. То есть мы будем работать в кузнице. Я буду сидеть, буду смотреть уже. Отдельно будет у нас ролик. Будем смотреть, что почем и как. Так, последняя стрела. И у меня много стрел, в принципе. Я готов идти сражаться. Да, мой друг, на этом уже ноте мы закончим прямо сейчас. И продолжим сразу же отсюда в следующем видеоролике.
Спасибо, что посмотрел до сюда, до конца, поставил лайкосик, подписался, нажал на колокольчик и увидимся в новых роликах по Зеленому Аду. Береги себя и до новых встреч. Всем пока.